захватывать Невский проспект, начали еще Петровскую эпоху. Он был один из первых мостов в городе. Пустить трамвай, и было решено уничтожить башню. Но Академия художеств выразила протест против... Борису Петровичу Шереметьеву, участвовавшему вместе с императором крепостная актриса Прасковья Жемчугова. Здесь бывали и музыкальные вечера. У фонтанки за мостом слева появилось еще одно известное городе. После Октябрьской революции 1917 года семья Чинзелли навсегда покинула Россию. Бывшей территории летнего сада. Деревянный пешеходный мост и открытый. Трасса Пристань, огражденная центр Марсово поля, где раздались первые выстрелы парка. В 1900 Пискаревском кладбище обомели плазы Европы, Азии и России. Это последний. Здесь прошли самые полумиллионные улицы, располагался почтовый двор. В начале 19 века почтовый двор переехал в район нынешней Почтамской улицы и канал Дворцовый, который, кстати, стал первым каменным мостом из открытых про Петербург. Мы с вами проходим подарки, объединяющие побед и праздников. Нева считается одной из самых полноводных рек мира. В Западной Европе нет городов, которые Петербург занимает одно из первых мест в мире. Мы с вами приближаемся к одному из самых изысканных международных конкурсов, первую премию на котором получила фирма французская. Дневники. Такие мысы назывались стрелками. Здесь Нева распадается на два рукава, большую и малую Неву. Сточные колонны, располагающиеся ростры. На красной штукатурке рельефно выделяются гранитных набережных и многочисленных мостов. И только во время водных прогулок есть уникальная возможность рассмотреть Анджей Пшеницкий. С разведенными крыльями в окружении Зимнего дворца и Зимнего Петербурга, города белых ночей и разводных мостов. Сразу за дворцовым мостом цевался разного рода редкости. И не сумеясь, закупал целое коллекцию вот к 42-м годах по проекту Доменико Трезини и пристроенной с западной стороны двухэтажной галереи во всю длину строения, самым длинным в городе. В 1835 году проектировать Исаакиевский собор доверили знаменитому французскому архитектору Агюсту Монферрану. Архитектором выступил Франческо Бартоломео Растрелли. Скульптуры на балюстраде кровли. Все это создает впечатление необычайной торжественности. В переводе с французского слово «эрмитаж» – «место рельника». Рядом со зданием Зимнего дворца Екатерина II приказала построить малый эрмитаж. Уединенный уголок, где одним из любимых развлечений императрицы Екатерины II был театр. Зал в форме античного амфитеатра и его отделка сохранились до настоящего времени. В Ким и Меньшиков бастионы. Морскую тематику. В них вмонтированы изображения трезубцев Нептуна. С собой протоку Невы, разделяющую за ее историю Санкт-Петербургского зоосада, основанного в 1865 году читой Гепгардов. Изначально это был зверинец с тиграми медведной маски, младенца императора.
Марсу, остров, на котором стоит Петропавловская крепость, называется Заречье. Года. Лично императором Николаем II входит его сыновей Александра, Александра I и Константина. После разворота теплохода справа мы видим протяженное здание желтого цвета. Дальней российской системе лауреаты, а также Владимир Бехтерев, Сергей Боткин, Николай. Честь была названа вся набережная Пироговская. Это